Александр Григоращенко прибыл в Ильичевск в среду около половины 12 дня в сопровождении сотрудников Министерства внутренних дел. На официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины приказ о его назначении исполняющим обязанности начальника ИМТП датирован 14 июня. На проходное управление порта прибывшим пришлось задержаться. Никаких силовых действий не предпринималось. Дальнейшие события будут развиваться согласно действующему законодательству.